Сразу хочу предупредить, чтобы меня не всовывали в свои блатные игры и так далее. Для того, что New Horizon имеет один цвет с Mitsubishi, это и так понятно. Что связь идет с Глебом Глебовичем из мести. Из-за некоторых конфликтов, которые были за последнее время, там была моя вина перед кем-то, правильно? Из семьи. У меня забрали первого отца, убив. Второго придушили подушкой. Это тогда первый раз, как говорится, Глеба Ефимовича из мести, когда убили в Германии. Глеб Глебович из мести, в котором находился, приехал за мной, забрав меня в тот госпиталь. Если не ошибаюсь, это был Детмарт или Лемга. Была перекуплена душа тогда Глеба Глебовича из мести в мои руки. Второй раз это был наш трофей, когда Глеба обвинили в кассе. Он высадил меня и уехал, поставив мою жизнь на ком для разборки с Заниным Сергеем, Самсоном и Жориком. Тут я второй раз перекупил жизнь семьи Изместевых. Из-за того, что та семья была задета в конфликте нескольких лет назад, их вина перешла на этих людей. Насколько мне известно, здесь было 4 человека, 2 африканчика и 2 украинчика. Та же Новицкая Юля руку показала, что челночница. У нее внучок-сиделец. Также был выставлен петушок на спрыге. Значит, перышки. Теперь что могу заметить насчет узбекских блатных, как говорится. Если они начнут короноваться, значит, приедут перышки тыкать. Так что торпедный дождь. Кому-то дастархан, кому-то пирожком. Пирожочки, а? Ребят, те 4 человечка однозначно уже не разменные карты, а простые нижние клиренсы под шканарями. Уличные просто гуляки легкого поведения. Хотя двое мужикучков, африканец и тот арабик, могли бы купить женщинам не просто жизнь, но звание быть женщинами. Да, Татьяна и Алин. Грузинчик, который связан с Хансом, да и все остальные. Вы знаете, да, условия, что семьи забирается по человечку. Да, National Security, United States of America. Это в курсе. Я думаю, шейхи арабские. Нельзя врубаться за человеком. Сейчас жизнь в чьих руках?
Как говорится, вы все проиграли свою жизнь. Время вышло. Самое что удивительно, при депортации на 3 года можно удержать, да? Тоже вышло, потому что я под судом Дюваи нахожусь. И самое удивительное, что полицейские, вы не офицеры, потому что там 72 часа идет и 30 дней. Это офицерская честь держится. Как могу сказать, желаю вам всем удачи. Меня сюда не впутывайте. Насчет Григория, не надо было свое имя писать на номерах. Теперь ты узбек. И рассчитываться будешь сам знаешь чем. Так же, как и Ромочка, не надо было держаться за пустоту в штанах. Насчет Гавы хочу сказать, в высших кругах общества, армянские, да, грузинские. Это ваше понятие. Не вам их нарушать. Просто в мою семью не лезьте больше. А инструмент, что украли, и на эти деньги, когда продали, построили New Horizon. Прошу вернуть и возместить все убытки. А КВЛСИ за воровство паспортов и... Я арендовал этот апартмент, а значит, я арендовал парковку. Короче, господа американцы, рассчитайтесь.